Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Warhammer Vermintide, вторая часть. Ну что же, вопящий колокол называется у нас миссия. Буду играть я за охотника, это новый, ребята, класс. Я им не пробовал, так что не обессудьте. Ну что же, поехали, что-то у нас тут долго слишком заходит в игру, да? О! Так, добраться до вопящего колокола. Проще простого. Я, видимо, ребята, присоединился к чьей-то игре. Вот оно что. Так, стоп. Гном, все нормально, не паникуй. Ёпрасоте. Сейчас, по-моему, сейчас тут будет мясо. Я чувствую, будет мясо. Так. Единственное, я не могу понять, с какого перепуга у меня такой дешманский меч в руке. Даже щита нет, ё-моё, чё за фигня? Я же выбрал охотника, почему? Так, нужно посмотреть, ребята, может быть у меня есть пушка нормальная? Нифига себе, аркебуза. А ну давай проверим, как она шмаляет. Рынок Шнупкапф. Фига название. Нате. Слушай, солидно. Слушай, ну вот видно, что он, ребята, стрелок, охотник и так далее и тому подобное. Но явно не рыцарь, это уж точно. Так, тихо, иди отсюда, крысеныш. Если кто не знает, что это за игруля, то попробую объяснить. Это мультиплеерная игруля по миру Warhammer. Набирается 4 персонажа разных классов и отправляются на прохождение определенных миссий. Вот в данный момент у нас стоит задача добраться до вопящего колокола. Тут можно пройти, но также можно и сфейлиться. Поэтому нужно быть предельно осторожным. Если я не ошибаюсь, ребят, у нас сложность игры рекрут. Но у меня, по-моему, 8 уровень. Или даже 7, точно не помню сейчас. Давненько я в нее не играл, но уже за это время прошло 3 обновления. Так, подожди, куда они... Секунду, куда нам идти? Надо определиться. Так, ну раз крысы здесь, значит мы на верном пути. Игра, ребята, жестокая, кровавая, мясистая, так что не всем она подойдет. Так, пошел отсюда. Дурила. Нифига. Название тут, конечно, язык сломаешь. Кровь черная просто. Слушайте, ну, если честно, ребята. Оу, не-не-не-не-не-не, только не этот. Только не изувер. Блин, ну-ка давай спрячемся за эти ящики. Кто-нибудь будет помогать мне бомбить этого гада, эй. Ребятули, черт, он меня травит. Блин, у меня здоровья мало. Слушай, надо его наказать. Будем бить со спины. Вот так вот. Нифига, он звезданул мне так. Кто-то у нас там в отключке, нужна помощь. Блин. Я, ребята, до этого снимал эту игрулечку, но там я без озвучки, к сожалению. Но тут решил уже, что пора, наверное, озвучивать. Так. Ё-парасоте, ну. Не-не-не-не. Ты посмотри, как он бомбит. Поехали, 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 поехали. У него немножко осталось здоровья. Видимо, он поджарился довольно неплохо. Отлично, куб. Че я там подобрал-то? Трофейную игральную кость, ага, понятно. За этот класс, ребята, вот за который я сейчас играю в данный момент, у меня, по-моему, мечник, да? Опа, еще один гнида. Гном, иди сюда, прячься. Сейчас мы его должны нахлобучить. Куда побежал? Ё-моё, его кто-то подбил. Быстрее, чем я. А вот сейчас появился класс охотника. Так как я за него не играл, вот решил протестить. Поэтому, ребят, не обессудьте, если что-то здесь не так у меня пойдет. Воу, ну сносим мы добротно. Так, давай. Гном, молодец, хвалю. Что такое, что такое? Сейчас опять будет. Ёпрсте, сколько их здесь. Ну это сосунки, на самом деле. Подавитесь, гады. Горите. Просто там напалмом всех подожгли.
Так, давай, давай, давай. Что там у нас такое? Ёпрсте. Элитник. Элитник, точно. О, что-то его быстро снесли. Так, крысы. Главное, ребят, не попасть в ловушку, чтобы тебя не нахлобучили с двух сторон. То есть спереди и сзади. Потому что спереди еще можно как-то контролировать. А вот сзади уже нет. Сзади никакой защиты нету. Они любят брать тебя, как говорится, врасплох. Отлично. В общем, здесь у нас кто? Есть маг, есть гном и есть ассасинка, убийца. И мечник. Да ёпрсте, что за фигня-то тут? Мумии вы достали уже? Ага, вот что у меня. Ребята, у меня спецвозможность — это уход в тень. То есть я ухожу в тень, и меня не видят. То есть враги... Так, надо помочь. Помогаем, помогаем. То есть враги от меня сразу отстают. Вот так вот. Ну что же, отлично. А у мечника в свое время был спецудар. Это крик, воодушевление. Слушай, по-моему, мы неправильно идем, да? Или правильно? Ага, сюда, все, понял. Погнали. Погнали, родные. Так, надо подобрать боеприпасы, аптечка. Так, секунду, мне нужен вот этот. Ай! Короче, давай так сделаем. Выпьем снадобье и возьмем лечебные припасы. Просто дело в том, что когда снадобье, мы его пьем сразу. А лечебные припасы, это, ребят, придется перебинтоваться. На это определенное время требуется. Во время дикого и жесткого боя особо не перебинтуешься. Так что надо расставлять приоритеты. Так, что такое? Куда это мы прибыли? Скорее всего, нам нужно наверх подниматься. Да иди отсюда, ты, бомжара. Не понял. Иди, сказал. А-а-а! Все бы ничего, но вот единственное, что один заряд всего есть у нас. То есть он выстреливает, заряжает пушку, опять выстреливает. Воу, зато мы проламываем щиты. Это уже большой плюс. Так. Кто чё? Кто там чертов чумной? Они хоть идут за мной-то, ё-моё. Так, опять припасы. Замечательно. Идут, идут. Все, можно расслабиться. Так, минус. Крыса, иди отсюда. Вообще классно. Опачки. Опачки. А вот это плохо. Это плохо, ребята. Это маг. Высший маг, который вот такое чумное, я не знаю, там облако или ураган ядовитое отправляет. Лучше туда не попадать. Лучше избежать. Все. Повезло. Где он, этот гад? Убежал, да? Телепортировался, видимо. Да, не любит так делать. А вот это мне не нравится. Вопящий колокол. Где? Где он? Да я понял, не надо меня отвлекать. Я иду. Вон он, колокол, ребята, кстати. Мы дошли до него. По всей видимости, теперь нужно будет что-то сделать. Либо позвонить в него, либо отразить атаку. Сейчас посмотрим. Так, дайте-ка я брошу. А, уничтожить нам нужно вопящий колокол. Дай в бочку эту попасть-то, ё-моё, это же напал. Тихо, секунду. Чувствую, блин, сейчас будет здесь жопа. Да ё-моё, даже попасть не могу, блин. Е! Горите в аду все. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Гном, прикрой меня. А я прикрою ведьму. Так, тихо-тихо. Черт, может переключиться на меч? Да нет, пока... Последний патрон. Все, ребята, больше у меня нету. Мне придется в любом случае переключаться на меч. Можно прикладом их бомбить, по-моему, да? Можно, да. Но это как-то фигово все. Помощь. Так, у нас там кто-то висит. Ё-моё, надо срочно помогать. Иначе сорвется и погибнет. Как таковой смерти здесь нету, ребята. Если хоть кто-то бегает из живых. Если все четверо героев погибают, тогда все. Миссия провалена. Все, молодец, гном, умница. Помог ассасиночке. Слушай, а что дальше? Я не могу понять. Выбраться через мост теней.
Ребята, мост теней это... Так, погоди-ка. Оу, нет! Блин, этот вышел. Гигантский крыс. Гигантский крыс. Он сейчас тут начнет всех выхлить им глаза. Орет. Ассасинка, так, ладно. Я так понимаю, выхода здесь нету. Тут тупик наверх, да, у нас? То есть замкнутый круг. А куда же нам тогда нужно идти? Выбраться через мост теней. Мост теней, ребят, я не договорил. Это телепорт, который нам дает возможность телепортироваться с миссии на базу и с базы на миссии. Так, вот этот хмырь сшитый. Крыс-огр. Да-да, именно он. Так, пока гном отвлекает, надо колбасить. У него здоровья там уже практически нету. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Фига с удара ассасинку завалил. Нифига ты. Сейчас помогу. А, мы его заколбасили. А, это не ассасинка, это ведьма. Так, ну что, в принципе, ребят, мы справились. Куда идти-то? Сюда, что ли? Там тупик. Наверх нам не подняться. Странно все это очень, конечно. Так, аптечка. Давайте-ка залечимся, наверное. Так, отлично. И берем. Вы видели, да, как я выгляжу? С накидкой все дела. Ну, как истинный стрелок. Я не понял, а где это у меня, ребята? Сюда, что ли? Ах! Надо было посмотреть получше. Я просто не видел, что здесь спуск. Ну что же, остается нам добраться только... Ох, ёпрасте. Тихо. Ползут гниды. Не дадут, да? Нам типа не дают пройти. Ну, ребят, мы сейчас тут устроим такую кашу. Они просто пожалеют о том, что родились вообще на свет. Исчадие ада. Так, где этот... Где этот телепорт? Я не могу понять. Что-то далеко нам до него бежать, конечно, надо. Так, минус. Ну, крысы, я считаю, это самый легкий враг, который здесь может быть. Кроме, конечно, крыс-офицеров. Вот там уже пожестче все. А есть еще крысы-генералы. Они вообще хрен пробежек. Так, а вот и колокол валяется. Давай иди сюда, крысеныш мелкий. Всех порублю на винегрет. Так, уже, по-моему, там... Ага, посильнее крысы пошли. Вот они, эти вот офицеры. Хрен, пробежек. А есть еще крысы с щитами. Так, нормуль. У меня сколько? Два заряда, да? Ну, раз мы уж охотник или кто мы там, стрелки, нам лучше стрелять. А вот и мост теней, ребят. Вот он выглядит таким вот образом. Нам нужно просто-напросто сюда зайти, и мы телепортируемся на базу. То есть, в принципе, задание у нас выполнено. Давай-давай-давай, я жду вас, заходите быстрее. Ну? Ну, ведьма. Так, ведьма здесь. Ассасинка. Все. Ну что, ребята, телепортируемся на базу. Будем сейчас получать награды. Так, вопящий колокол, акт 2 пройден. Ну, давайте посмотрим, чего мы с вами заслуживаем. Ага, ну да, ребят, у меня 7 уровень. Вот, я получил 8. Булава и щит. Разблокированное оружие. Так, поощрительный сундук. И еще немножко опыта. Ай, чуть-чуть не хватило до 9, блин. Так, сейф крестьянина, военная добыча. Бонус быстрой игры. Так, кость. Дар Ранальда. Сейф купца. А, сейф солдата даже. Ну что же, давай. Ага, нельзя пока еще посмотреть. О, ребятули, максимум помощи. Ну, я максимально помощь только сделал. Вот и все. Да, в остальном-то хреновенько сыграл. Ну что ж, вот, ребят, наша база, да? Выбор героя. Вот. Вот, давайте-ка я, наверное, обратно наемником буду. Что-то как-то мне непривычно просто играть охотником. Вот он вот так выглядит. Но у него, короче, специализация стрельба.
А этот у нас чистой воды мясник, можно так его назвать. Ух, чисто на физуху, ребята, чисто на физуху. У меня и скиллы прокачаны на физуху. Так, это мой сундук, надо его открыть. Давайте посмотрим, что из него нам достанется. Ну-ка. Крест. Так, четки. И двухстволка. Слабоватая какая-то будет. Да, не айс. Так, и сейф солдата открываем. И глядим. Так, меч, пистоль и длинный лук. Блин, лук мне вообще не нужен. Так, ну что же, ребята, сейчас либо мы с вами в этой команде остаемся, да? Либо мы выходим из нее. Так как я человечек дотошный, люблю тут посмотреть все, что у меня есть. Какая булава, какой щит, они, скорее всего, у меня... Точнее, они пойдут сейчас на следующую миссию, мне придется отказаться. Так, смотрите, да? Удлиненный меч рекрута, это будет получше. Так, булава десятника. Черт. Слушайте, ну я хочу на самом деле взять что-то такое, булаву и щит. Вот это было бы неплохо. Блин, булава и щит кузнеца, ну это слабо, куда? Сила 5. Ни в какие ворота не идет. Так, лежать. Мне нужно, ребята, еще один уровень получить, чтобы я смог еще один талант открыть. Иллюзия. Мушкетон. Слушай, я даже не знаю. Вот, в принципе, можно... Ага, смотрите, ребят, перемещение хоста. Видите, команда пошла, и она мне предлагает присоединиться. То есть я отказываюсь... Потому что если я соглашаюсь, меня сразу же затягивают вместе с ними на следующую миссию. А мне нужно, как говорится, приодеться, посмотреть, что я все-таки надел. Ну и так далее, и тому подобное, короче. На это надо время. Ладно, я думаю, ребята, я потом это все вырежу, не буду вас томить. И уже испытание орки. Оу. Так, появились новые предметы у меня в инвентаре. Слушай, это хорошо. Перед выполнением следующей миссии мы можем себе пополнить запасы. Мы можем взять бомбочки. У нас выбор, либо бомбочка, либо зажигательная бомба. Так, косметика. А нафиг мне нужна косметика-то? Не надо мне никаких шапок. У меня этого барахла у самого хватает. То есть это, знаете, как... Ну, китель, вся фигня, чтобы выглядел красиво. Так, четкий храмовник. Длинный лук браконьера. Все это, конечно, хорошо, но не то, что мне нужно. Также здесь можно взять с собой микстуры. Ну, тут можно взять либо на силу микстура, либо на выносливость, по-моему, да? И на интеллект. Так, бабуля, уйди, а? Хорош шаманить тут уже. Слушай, я не вижу, чтобы там был на хил. У нас на скорость, на выносливость и на силу, по-моему, да? Да, бабуля, ёпрсте. Так, зелье силы, зелье скорости. А, регенерации. Вот так вот мы сделаем с вами. Мне нужна сила, поэтому я выбрал силу. Ну что же, я думаю, что теперь можно и выбрать задание. Так, ну, естественно, будет у нас быстрая игра. Сложность рекрут. Почему рекрут, ребята? Не советую брать, пока еще нету 10 левела, более серьезные испытания. Иначе вам там будет просто жопа, поверьте мне. Так, еретик, запретное знание. Но это все потихоньку можно копить, копить. И вот, ребята, выполнять задание. За это получаешь плюшки, бонусы. То есть все как надо. Хорошее начало. Угу. На сложности рекрут. Это мне еще, блин... Это еще мне 5 раз. Даже не 5, а 6. 6 раз нужно пройти. Ладно. Так, ребят, я, видимо, опять присоединился к чьей-то игре. Гниющая почва. Вот так называется миссия. Поищите пороховые бочки. Первый удар поджигает фитиль, второй сразу взрывает.
The damned monolith's currently beyond our means to destroy. However, Alicia, the clever, has at least. Интересно, откуда начинаем? С самого начала? Нет. Так, пройти дальше через пещеры. А где мои компаньоны? Так, здесь? Ну, по крайней мере, написано было через пещеры пройти. Слушай, или не здесь? Слушай, а как мне отсюда выбраться-то? Эй! Ладно, давай сходим в обратную сторону. Посмотрим здесь. Интересно, я не вижу своих напарников, ребят. Они, по идее, должны подсвечиваться. Сюда, скорее! Марк, давай как-то уж быстрее. Так, логово какое-то. Ренхильд Рыжий. Интересно, а кто это такая была? Ренхильда? Что такое? Что? Что такое? Тал, ассасин. За Курнуса. Тише, Даври. Оу! Не понял. Так, погоди-ка, погоди-ка. Они здесь со мной или что за дела-то? Не врублюсь я. Лечебный эликсир. Давай-ка мы, наверное. Хотя у нас нормально с хпшками. Отражай их удары у Тельги. Слушай, что-то я не могу понять. Я, по-моему, вообще неправильно иду. И что у нас тут? Здорово, тупик. Отсюда, походу, мы начинали. Я не в ту сторону, ребят, пошел. Вот, зараза, придется возвращаться. По-моему, я отсюда начал, да? Ага, отсюда, конечно. Смотри-ка, крысы. Вот смотри-ка, ведьма здесь. Так, это уже хорошо, это уже радует. А как, интересно, я их мог опередить? Что за дела-то? Оу, нет, не надо, не надо. А хотя пофиг. Погнали. Вот это булавушка у меня. Блин, вот жалко, что у меня нет щита. С щитом я был бы вообще круче. Я так без защиты, блин, получается, да? Иди отсюда, стоит тут, хрюкает мне. Так, вот этих крыс нужно бомбить в первую очередь. Этих вожаков несчастных. Так, тихо. Не покидаем. Нафига его землю зажгли? Так, пробиваем ряды. Да, ребята, тут волны вот этих вот поганцев частенько будут встречаться нам. Кто травит-то? Ёпарсоте! Где он? Вон он. Все, ребят, я на коне. Здоровье есть. Так, концентрация. Концентрация лучше, конечно, для магов. Так, бодрая речка. Да, бодрее некуда. А вот там что? А там у нас зелье. Ну, его наверняка уже заберут, так что... Вот это я обожаю, ребят. Вот эту свою пушку. Мушкетон, блин. Многостволка, многозарядка. Самое то, что нужно. Наверное, сюда все-таки нам нужно идти. Тупик. Сейчас мы это все дело обойдем. Переправиться через реку. У нас задание. Ну, мы вроде бы переправились, да? Пополнили боеприпас себе. Хм. Что-то такое впечатление, что мы по кругу ходим, да? Или мне так кажется? Давай сюда будем подниматься тогда. Не ори. Мы уже близко, ребята. Говорит Марк. Так. Вонючая крыса, а? Воу. Оленьи ущелья. Минус. Идти по следу Нурглов. Вот это что, Нурглы, что ли? Фига я его рубанул с выстрела, блин, напополам. Так, ведьма, ты вот куда ты идешь-то, ё-моё, вперед, батьки-то? Кто там строчит?
О, началось. Опять волна. Что тут так до хрена? Блин, все сюда бегут. Ладно, фиг с ним, давай разберемся. Слушай, ведьмой, но имеет все-таки клинок какой-то, да? Посмотри. Кровавый клинок у нее. Дай-ка я возьму эту бочку. Мало ли там что. Сейчас сбросим в кого-нибудь. Так, внизу там патруль. Блин, они меня просекли. Так, гном, куда пойдем-то, я не знаю. Вниз нам надо, скорее всего, да? Черт. Неужели спрыгивать? Че, где? Нифига вас тут. Олухов, блин. Блин, заваруха. Погнали. Гном там мелкий, да, такой, блин, с дубинушкой. Наяривает. Ну это, ребята, зомби, мумии, это все ерунда. А вот этот вот хмырь, это плохо. А, он уже валяется. Ну что ты в меня стреляешь-то, родная моя? Не признала, что ли? Ой, и почему все так болит? Говорит ведьма. Ох, нифига тут. Трупачье. Ошметки, мухи. Так, ага. Внешний двор. Род Бладов. Даже так. Кряхти, оу, кряхтит он мне тут. Просто, о, ну иди сюда, иди. Минус. Как же я обожаю, а, вот это, свои пальцы тут махать. Ведьма, ты достал уже вперед, батьки, лезь в пекло, блин. Потом... Вот это, ребята, был у меня супер удар. Точнее, не супер удар, а супер крик. Я бы так назвал его. Воодушевляю своих ребят. Ага. Так, тихо. Узнаю этот звук. Это же крыса, которая хватает, по-моему, да, клешнями. Застава стражников. Ладно, придется повеселиться здесь. Ё-просте, блин, со всех сторон. Ни холма, ни возвышенности. Ой-ой-ой. Так, надо быть аккуратнее. Блин, что-то ж... Ух, как мне тут быть? Ага, упал. Вон того надо завалить. Вот этого вот, элитника. Хрен пробить, блин. Супер удар. Отлично. О, вот это самое то. Пускай прыгает в огонь. Ага, они по болоту побежали, гады. Вот тогда пускай дохнут в болоте в этом. Так, ассасинка там молодец, наяривает. А где гном? А, гнома не видно, блин. Где-то там одна голова в болоте торчит. Бочка, надо было ее взорвать. Хотя, может, где-нибудь потом пригодится. Наверх, а мы откуда пришли-то, я уже не помню. Снизу или сверху? Какой приятный пузырек. Ага. Не понял. Ты что, припух, что ли, блин? Нищеброд, блин. Я тебя сейчас по шаманю здесь. Найти старые руины. Да? Нет, только не элитник, ё-моё, один-один, я с ним не справлюсь. Давай, гном, помогай. Блин, меня контузили. Так, отлично. Разворотили. Так, вот здесь надо пробивать все это. К ядрени фени. Я не пойму, где кто рычит? Она динамичная, все время в движении. Ребят, тут нет такого, знаешь, чтобы стоять, что-то думать, обдумывать, блин. Тут постоянно нужно двигаться. Ага. Минус. Во-во-во-во, вот это, кстати, тоже, ребята,
Только что вот этот крыс был. Крыс-охотник. Заброшенная часовня. Понятно. Вниз. Нам, скорее всего, вниз надо. Ну, естественно, стоят тут. Иди сюда, родной. Хлам. Минус, минус, я сказал, минус. Зажарили. Пиявки мертвы. Какие еще пиявки, блин? О чем? О чем ты говоришь, родной? Опа, 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 бегут. Идем вниз, подожди, подожди, сейчас пойдем вниз. Вначале нужно здесь немножко расколбасить. Ну что, теперь, наверное, да. Теперь уже можно и вниз. Найти вход на раскопки. На раскопки. Так, порешим. Вот она, вот эта фигня. Срочно надо освобождать. Так, а вот этот вот, ребята... Сигнал означает, что сейчас... Да, будет! Жопа. Блин, у меня закончились патроны. Поехали. В рукопашку. О, молодцы, кто-то поджег землю. Опс! Главное, тут не отдуплиться. А если отдуплишься, главное, чтобы тебя потом твои же успели рисануть. Так, ага. Это, ребят, тот самый маг. Гном, куда? Угораздило-то, да? Куда-то улетел. Ну ладно, пойдемте искать вход на раскопки. В данный момент мы в лесу, в каком-то болото тут. Эй-эй-эй-эй-эй! Начинает мне тут фризить. Тихо-тихо. Ну, ё-моё, ну чё за дела-то? Просто с удара нафиг всех. Тыч! Голову только летят, блин. Да пошел. Просто чувак, где моя голова? Нету твоей головы, придурок, нету? Так, что, кто это тут шипит? Слушай, по-моему, вот это вход, да? Вот это вот. А что они тут раскапывали? Ладно, неважно. Опять этот рок. Сигнал. Когда сигнал такой звучит, это значит... Да, это значит только одно. Сворд вступает в игру... Могила Гулмагака. Да, ребята, когда не хватает в этой игре людей, то тебе приходится играть с ботами. Но как только появляется какой-то реальный игрок, он сразу замещает этого бота. Так, что такое, что с музыкой? Палач какой-то. А где он так на воздухе сидит? Молодец. Дурила. Стоит на воздухе, блин. Так, факельные бубоны уничтожены. 9 штук. А где, что за бубоны? Это что ли? Ох, нифига. Они взрываются. Понятно. Так. 3 из 9. Да что за фигня? Ах, погоди. Я уж думал, там кто-то скачет. Враг какой-то. Нет, это наши. Не попадись ему на крюк. Кому? Ах ты, опять этот крыс, да? Как же ты достал? Так, секунду, подождите. А у нас что? У нас гном, ребята. Нас покинул гном, и вместо него...
пришел мечник, да? Ну да, так получается. Сворд 1011. И внук. Какие у них уровни? 15, 21, 7. То есть я, можно сказать, второй по счету. После ведьмы. Так. Так будет разговор короче, мне кажется, да? Чем стрелять по ним тут? Блин, еще 13 этих бубонов надо уничтожить. Иди сюда. Ой, как же я их терпеть не могу, блин. Смотри, какие мощные, а. Хрен пробить. Упал, нормуль. Ага, упал, блин. Слушай, вот-вот. Схватил все-таки, зараза. Ну, кто-нибудь поможет мне? Эй! Ребятули! Сейчас он меня утащит куда-нибудь там в далекие-далекие края. Фиг, никто меня не спасает, да? Фу, все-таки застрелили его. Спасибо. Так, ладно, продолжаем бойню. Так, 8 из 13 уничтожено. Вот, я вижу. Бубоны эти. Давай-давай, вот эти вот. Как же их много. Что такое, что опять, что? Что за крик-то? Что случилось, я не могу понять. Оу, понял, я понял все. Ну, он 21 уровня, ему можно идти на рожон. А вот в меня бы он настрелял бы. Только в путь. Пополнение боеприпасов. Иди отсюда, блин. Идет в наглую, главное. Вот это, ребят, бубоны эти нужно уничтожить. Че ты тут до хрена? А, это бомбист. Так, давай, не подпускаем. Отстреливаемся. Так, смотри-ка. А, нет, я думал, что это бубоны. А это просто так. Тупик, что ли? Ну да, а нафиг я сюда пришел. Надо идти обратно. Эй, тихо, крысеныши. Просто всех налево и направо. Так, неужели нам нужно наверх идти или нет? Тут тупик. Погоди-ка, как мне наверх подняться? Секунду, я что-то не могу понять. Они уже наверху. Эй, а как вы туда забрались? Я что-то не пойму я. Так, погоди-ка секунду. А, вот лестница, вижу. Что-то все разбрелись, непонятно куда, зачем, почему. Выбраться на поверхность. Так, слышите? Да, слышу. Да, дело плохо, верно? Ну, наверное, блин. Что-то все рушится. Так, смотри-ка, пулеметчик. Воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, что тут происходит. О, нет, нет. Выбросы на поверхность. Мне бы сейчас... По-моему, меня сейчас заколбасят, ребята. Угу. Жесть. Звездец. Скинули меня, блин. Ладно, давайте смотреть.
Слушай, ну этот мечник какой-то фехтовальщик. Какой-то деревянный. Как-то так медленно машет он. Так, я должен появиться где-то возле телепорта. Марк Рубер, вот, кричу я. Сейчас меня должны рисануть. Ожидание спасения, вот, вот он я. Спасли меня, отлично. Ну что же, выбираемся через мост теней. То есть миссию мы эту выполнили. Шикарно. Так, победа. Гниющая почва. Акт 3. Завершено. Теперь будем получать подарки. Давай посмотрим, что нам достанется. Ну, во-первых, я должен уровень получить, так? Ну, естественно. Так, меч. Разблокировал я себе. Палаческий меч. В придачу. И поощрительный сундук. На этом все, да? Давай еще уровень. Е! Так, очко таланта разблокировано. Отлично. Плюс сундук. Ну что ж, неплохо, я вам скажу, неплохо. Сейф крестьянина. Ну-ка давай, бонусы, бонусы, пожалуйста. Ага, улучшение. Так, сейф купца. Ну, пускай будет сейф купца. Раз уж... Так, что я там? Блин, не успел посмотреть. Ладно, пойдемте смотреть награды. Что нам здесь достанется? Так, пистоль, кольцо. Еще один пистоль. Что-то слишком дофига пистолей-то. А здесь, понятно, аксессуары, да? И длинный лук. Ага, еще сейф купца. Опять пистоль. Во, булавая щит рекрута. И значок ветерана. Слушай, смотри-ка, булавая щит рекрута. В принципе, это неплохо, но вот то, что зеленые, конечно, это не радует. Был бы эпиком, был бы вообще шикарно. Смотрим. Ё-моё, 73 силы. Во, ребята, вот так вот я должен выглядеть изначально. Потому что я наемник, понимаете, я наемник. Так, у нас очко таланта. Угу. Слушай, что нам надо? Ну-ка давай посмотрим. Увеличивает силу, да? Тут у нас урон снижает. Блин, я даже не знаю. Тут еще это создание предметов тоже, я так не разобрался с этим. Ох, пистоль рекрута. Сила 80, нехило, я вам скажу. Совсем нехило. А здесь у нас что-нибудь есть такое отличное? Так, ну, давай вот это вот поставим. Четкий храмовника. Ну все, теперь я просто в куражах. Значок ветерана, что-то не как-то... О, мазь в горшочке. Давайте вот это, наверное, мы наденем. Нам нужна сила. Да ладно, что такое... Долгий перезаряд-то. Ну что, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами завершим эту серию. Если вам понравилось, то лайкосик, и мы будем играть дальше. Ну а с вами был Рэй, игра Warhammer. Всем пока, всем удачи и до новых видосиков. Не доверяет мне вокруг никто, и боль такая, словно в сердце нож. Любовь прекрасна, на деле ложь, и ждет лишь часа своего смертельный клинок.